За ночь в Киеве выросли новые баррикады. Манифестанты укрепляются вокруг правительственного квартала, который сейчас оцеплен милицией. На Майдане тем временем лидеры оппозиции подбадривали сторонников евроинтеграции со сцены. Гнев активистов, которые не уходят с улиц уже 2 недели, пал накануне на статую Ленина на бульваре Тараса Шевченко. Вождя мирового пролетариата свергли с пьедестала. Его можно было бы спокойно цивилизованно снять, его можно было бы спокойно и легко поставить в музее, как историю, как свидетельство прошлого. Но коммунисты сами виноваты, они не дали цивилизованно снять его. Они сопротивлялись, а единственный способ его ликвидировать в нашей нынешней стране – только так. Ленина, простоявшего в Киеве без малого 70 лет, кувалдами разбивают на сувениры. Как сообщили в милиции, стражи порядка в это время охраняли находящийся неподалеку памятник Щерсу, еще одной фигуре, неоднозначной для современной Украины. Как сообщает из Киева шеф нашего украинского бюро Серджио Кантоне, свержение памятника Ленину является спорным шагом для многих украинцев, но одновременно и важным символом. Это уже перевернутая страница истории, потому что для многих украинцев эта статуя на бульваре Шевченко была символом власти, возвращения, которое они не хотели. В целом, этот памятник был символом бывшего Советского Союза, который для многих украинцев уже остался далеко позади. Del tutto finita. Sergio Cantone, Euronews, Kiev.